другого, то есть и вообще кто стоит за этим брендом Путин. То есть потому что Путин – это не живой человек, это какое-то явление, это бренд, в который вбухано столько денег, миллиарды, миллиарды, чтобы этот бренд поддерживать. Вчера я смотрела видео, это ж просто жесть. Это почему дорог нет, унитазов нет, почему русские солдаты приходят и не знают, что это за чаши стоят в деревнях в украинских, а это унитазы. Они не видели такого, и они пришли на, освобождать украинцев от чего? От цивилизации? То есть пришли с каменного века? А почему в России до сих пор каменный век? Да потому что деньги, как писал великий Маркс, быт определяет мышление. В России все разгоняют в города, всю остальную территорию забывают и используют только для добывания сырья. А это все доходы от продажи сырья идут на поддержание бренда Путин, вот это основная статья расходов, на подкуп, на подкуп этих олигархов, на подкуп политиков по всему миру, на сотворение разных вот этих переворотов. Было в Венесуэле, все хорошо. Нет, Путин туда носа вставил, поставил своего бандита, все, там разруха. И везде, вот везде разруха, там, где это путинская бандитская власть, там везде разруха. Давай смотреть. Вот, и что, кто, какие силы стоят за, ну и можно немного совместить, как дело там пойдет, вот, вот эта глобальная борьба добра и зла, есть ли какие-то конкретные силы, которые защищают человечество, что это за силы, как они работают, кто может рассчитывать на помощь света. Хорошо. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. На счет три. Найди эфирное тело Путина в 2007 году. Путин. Один, два, три. Так, я вижу. Он так быстро пошел. Такой, ну, такой довольно светлый силуэт. И по направлению в левую сторону. И пожимает кому-то руку этот кто-то. А, это полоса из сектора интерферентов, черная. Так. Как на встрече какой-то. Какой-то... Сейчас я посмотрю на физике. Виктория, посмотри, что в это время происходило на физическом плане. Так, я вижу какие-то, как зал какой-то. Почему-то считывается тронный зал. Так. А, вот так вот там дверь. Вот как будто бы какой-то, ну, полукруг такой. То есть вижу, как не прямые углы, а вот так, как будто часть округлого. Так. Что там происходит? Так, сейчас я вижу, что он пишет. Он сидит, стол такой. И он пишет, вот эта энергия лежит на столе, тянется от сектора магии и закрывает весь
всю правую его сторону. И он написал какой-то... какое-то слово интересное. И он это как написал, такой лист, повесил. Вот. Это символизирует вот с правой стороны как доминанта выбора. И там такой вытянутый, как на этом листе, изображение такое, как будто стеклянное, человека, лежащего в гробу. И да. Он что-то говорит. Так. Ну, такое молодое лицо, такое вытянутое, как у него. Сейчас я считаю ДНК. Считаю эфирное ДНК этого Путина. Да, Владимир. Так. Почему-то звучит космоэнергетика. Так. Считаю, Виктория, как эта космоэнергетика относится к этому Владимиру? Я вижу, что со стороны магии идет такой, как будто сетка такая. Сетка внутри стеклянного такого, то есть это программа, и эта программа вот так обвивает его энергосферу, а он просто наблюдает за этим. Сейчас прозвучало договор о смерти. Угу. Вот это он написал. А с кем это он написал? Давай посмотрим, кто вторая сторона контракта. Приказываю проявиться второй стороне контракта. А, вот так разрывается, как будто бы, знаешь, как яйцо разламывается, когда цыпленок вылазит. Угу. А вот так пространство в секторе интерферентов разламывается. Кокон, как кокон. Угу. И... оттуда считывается, выходит паразитический демон. Угу. Это дух считывается как безбрежие, то есть нет границ. Угу. А, и вот вижу четко, вот это когда он мальчику сказал, у России нет границ, то есть... уязвимость, паразитизм. Угу. Так, это как программа. А кому принадлежит этот дух? Приказываю хозяину этого духа безбрежия проявиться. Появляется такое существо, как мутант, защит этими крыльями, они вот так вот искусственные. Там и хобот какой-то, вот это все непонятно что. То есть потеря считывается физической реальности, границ, Вельзевул. Угу. Почему-то идет как сын дьявола. А угу. Почему сын? Почему сын? Читай информацию. Считывается рожденный потомок исключительного зла, первичного зла. А вот эта программа или энергия первичного зла находится ниже, и она вот так светится. А вот эта энергия Вельзевула, она совершенно черная. И идет вот эзотерическая практика. Он занимается какой-то эзотерикой. Занимался тогда? Да.
Так, хорошо. Так, кто самый главный хозяин вот этого Вельзевула, приказываем проявиться? Кто он? Главный, вижу там самый. В нижних пространствах он лежит как на животе, а в спине такой как кол черный, и кто-то пытается этот кол вытащить. Так, Виктория, посмотри, кто это такой, пытается вытащить этот кол. Я ему приказываю проявиться. Проявляется какой-то шаман, он вот так кружится, так нагнулся, так это в эту стучит, вот так вот. И он находится в секторе магии. Это физический человек. И он сделал такую какую-то... Как я видела изображение, как будто ведьм там зажигали на таких кострах. Какие-то он бревна поскладывал, сделал такую пирамидку, а внутри что-то есть, какая-то голова. Так, давай, Виктория, читай информацию, чья голова спрятана. Быка. Вижу, что это вот морда быка, в носу кольцо. Рога, отрезанная голова, еще какие-то атрибуты власти там находятся. Оно сделано так, как будто это шалаш такой. Вот с этих внутри это. И еще какие-то вот так, как навкрест лежат какие-то предметы, считываются атрибуты власти. Так, вот как рисуют череп и кости. Ага. И такие какие-то... Вот а один это? Кнут. Да. Такой вот кнут с такими вот китица такая. Ну, как обычный кнут, но не обычный кнут, а такой кнут, как извращенцы используют. Много таких вот этих. Кисточки. Кисточки, да. А второй человеческая берцовая кость. Так, считай эфирное ДНК этой кости, чья это кость? Ну, прозвучало Путина. Угу. И сразу он показывает, как вот это письмо, которое он подписал, считается, да. Договор смерти. Договор смерти, договор разрушения на разрушение. Звучит земли. Договор на разрушение земли прозвучало. Так, ясно. Хорошо, Виктория. Отсоединись от всех этих ситуаций и оставь только вот эту ситуацию с договором о смерти. Да. Посмотри на физике. Кто является второй стороной этого контракта? Договор о смерти. Появился со стороны магии в золотом одеянии человек. Так, я и там человек. Священник. Кирилл. Так, я этому Кириллу приказываю отвечать, какое имя, фамилии ему дали при рождении. Мы так не можем приказывать. Нужно сначала спросить, можем ли мы с ним поговорить. Угу. Ну, по так. Правилам все должно. Так, но приказать отвечать, кто он такой, мы можем? Имеем это право? Да, он находится в секторе магии. Он вторгся в пространство человека. И я вижу, он открывает... здесь в Америке есть такие тарелки большие. Не, кастрюли. Ну, я мясо это не кушаю, но я видела, они продаются в магазинах. Угу. Это как мангал. Открываешь, и там как будто... Ну, они мясо там жарят. Так, на огне. Ну, да. Ну, мангал, да, такой. Ну, у всех патио есть. Угу.
И он открывает вот этот такой большой тарелку, ну, как кастрюлю. Угу. И там он что-то ест, как суп какой-то. Так. И глаза там, человеческие глаза. Ой, может, не человеческие, а просто как такие глаза смотрят, такой черный суп. И этот Гундяев, он это ест. И одновременно он сидит за столом и считывается офицер ФСБ. Угу. И он вот так здесь сидит, вот так этот Владимир сидит. И у них общий договор. Виктория, чуть-чуть отвлеку. Считай, вот этот офицер ФСБ и япончик. А мне прозвучало япончик, только я подумала, при чем тут, какой япончик? Да, угу. Это он. Ну да, много об этом говорили. Так, ясно, хорошо. Так давай что, посмотрим. У него фамилия такая, япончик? Нет, это был авторитет был такой, который криминальный. Исчез, и после этого появился этот Кирилл. Ясно, Виктория, хорошо. Давай посмотрим, что у них за общий договор с Путиным у этого япончика Кирилла. Вижу также в секторе магии еще одна такая прозрачная подключка к этому договору идет. Это считывается лаборатория, и там человек смотрит как в пробирку. Угу. Так, что это за человек? Приказано проявиться. Я почему-то вижу его как на духовном плане. Это как существо, как будто человек-обезьяна с таким животом. Стеклянный — это программа, дух. И такая, как набедренная повязка, с такими, как пальмовые листья, черные. И от этих пальмовых листочков, ну, они как пальмовые, вот такую форму продолговатую имеют, такие подключки к демонам. Сейчас я посмотрю, что он делает. Ну, я вижу, что он что-то в столе ищет. Угу. А какая-то шухляда, она вот так закрыта, она вся черная среди других. Так. Он открывает... этот ящик ключом. Угу. Достает оттуда генетический материал, считывается предателя. Как будто это такой форма ребенка, который только что родился, ну вот такой какой-то безвольный, весь черный. А считывается генетический материал. Ой, дебилу. Угу. Какого-то человека, я вижу, у него вот это... как синдром Дауна, у него вообще так, как будто бы сзади вот этого голова неправильной формы, а вот так, ну, на искусство, угу. Как будто бы отсечена. Это какой-то эмбрион, я слышу. Угу. Так. Я вижу, что? Вот раз укол сделали, какую-то прививку. Ага, с использованием этого генетического материала, да? Да, да. Это происходило до подписания этого договора смерти? Я вижу, как вот этот, он идет как профессор, он вот так сговаривается с этим Гундяевым. Угу. Какая-то лаборатория. Слышу психоанализ.
Считывается разработка какого-то гена модифицированного разума. То есть влияние генетики, генной инженерии на сознание подспудного разума. Я вижу, что вот эти две организации, за которой стоит вот это ФСБ, и ну, с религией вместе вот это все. И вот это какой-то НИИ, институт. Они как будто лопатой выкапывают. Вот, это их попытки вытащить вот этот осиновый так называемый кол со спины этого дьявола, Люцифера, оживить его разум, то есть притащить его в наше измерение. Открыть портал безумия, считаете? Я вижу, как вдруг они это сделали, то у людей такие вот овальные, как сплющенные шары, ну, как такие личинки, просто в голову, раз, вот так вот, и они хватаются за голову, и вот так ходят. Безумие, и вот это идет, безумие. То есть без ума. Виктория, а считай информацию. Какая связь? Почему вот этот ритуал повлиял сразу на человечество в России? Почему оно имеет такое воздействие на общество? Я слышу, продуцирует, и я вижу, что связана вот так эта наука, шаман, то есть магия, жертвоприношение, и идет вот постоянно вот подписанный контракт. А в этот момент как будто бы из Путина такие выплескивается такой фонтан. Вот в последнее время я вот видела вот эти такие, как капли плоские. Да, было такое. Вот. Как гипноз вот этого белого гипнотического цвета. Так, Виктор, я считаю, информация, вот этот шамановский ритуал с использованием кости этого Путина, он в какое время происходило на физическом плане, в каком году? С головом быка, плеткой и бедренной костью человека. В каком году этот шаман проводил этот ритуал? Ну, я вижу, что там много ритуалов. Ты сказал, в 2007 году его найти, Путина. Я нашла. И сказать трудно, потому что в эфирном пространстве это как... Я вижу такое кольцо, закольцовано. И их вот так вот очень много, этих ритуалов, они как будто одинаковые. Считывается моление Богу. А фактически сразу идет дьяволу. Это как шаманский ритуал. Хорошо. Одно поклонение дьяволу считывается. А тут же накладывается отдельно вот этот Гундяй, вот это с таким вот стоит в такой страшной церкви. Поклонение дьяволу. Это церковь, это храм поклонения дьяволу. Культ смерти. Храм войны. Храм войны, да. То есть они возродили... Хотят. Они не хотят, они возродили культ поклонения дьяволу. Под личиной церкви. Ну, а церковь дьявольская же у них... Ну да, только об этом никто не знает.
Ну, я вижу, что это как-то связано с каким-то уколом. Вот в эту руку ему сделали укол. И так. Сразу, вот я тебе не сказала, вот идет уже несколько раз, Путин как-то берет сразу после этого, так прихрамывает на правую ногу, то есть его правая нога сразу потянулась. Угу. Сейчас я хочу, и снова идет вот отсылка к этому столу, да, где он хорошо. Пишет. Так, угу. Хорошо, Виктория, давай посмотрим на этот договор. Посмотри, на что согласился Путин, этот Владимир, в этом договоре. Так, на эфирном плане это выглядит, как будто бы он стоит внутри такого красного портала, похоже, как жерло вулкана. И угу. такое идет завывание энергии и закручивается вниз. И он стоит, и вот так очень четко видно, как он через левое плечо. То есть он и делает еще и какой-то ритуал перед этим. А, да, считывается энергия, то есть соединение этих эзотерических маневров. Угу. И он поворачивает голову и всматривается, что там. А там открыт портал из далеко-далеко, и там такой огромный глаз. Угу. Так, глаз. А на что? Хорошо. Давай посмотрим, на что он согласился в договоре. Я вижу, что он быстро оборачивается к столу и что-то вот так как бы бросает в руки. Считывается жизнь. Я посмотрела, и вдруг это, где был только один глаз, проявился этот силуэт Люцифера. И он вот хватит вот это, как ладья, в которой лежит как стеклянная мумия Путина. Угу. Он отдал жизнь. Он согласился... Да, он, я вижу, он согласился умереть, поэтому его и убили. Так, а что взамен? Зачем? Для чего он это? Я вижу, он почему-то идет шапка Мономаха. И такой смеется, такой ха-ха-ха-ха-ха. Такой раскат хохота, вот этот дьявол взамен одевает ему такую красную шапочку. Угу. Считывается как турецкая какая-то, тюбетейка, что ли. Угу. Она такая красная, ну как тряпочка такая, как угу. пирамидка на голову. Говорит, да, считывается тюбетейка. А ему говорят, это его обманул, это дьявол, что это шапка Мономаха. Ага. А, обманул. Ну, хорошо, да. Обличаем эту ложь. И я вижу, что в секторе магии находится такой символ, женщина какая-то, и у нее такая голова лысая, светящаяся, а ее шапка, это ее шапка. Кончака. О. Это шапка Кончаки. Вот это такая вот. Обалдеть. Да. Считывается подделка. И какой-то сертификат. Сертификат власти. О, поддельной власти. Это сертификат этот Путин выдал? Это в договоре как-то прописано, Виктория, посмотри. Нет, сертификат — это как артефакт, как будто бы это артефакт, подтверждающий, дающий сертификат, что направление московских князей. И там идет отсыл к какому-то князю.
вот московскому. И вот на территории, где Москва, вот так такой образуется кружок. Вот как будто бы кто-то нарисовал и вот так поставил. Виктор, считай, кто этот князь? Как его имя? Долгорукий. А образовалась такая пирамидка. Вот. А Долгорукий — это сейчас Зеленский, Виктория? Я правильно понимаю? Да. Ага. А Кончака это была его женой. Да, он завязал. Он завязал кармическую, считывается, неудачу. Угу. Ну, а сейчас развязывает. То есть карму никто не отменял, как говорится. Угу. И Украина развязывает сейчас свои кармические узлы. Угу. Да, мы же отменяли этот с ним контракт с Кончакой. Мы не отменяли, то есть, помогали ему, чтобы он это отменил. Угу, правильно сказала. Так, хорошо, Виктория. А что за карма? Развязывается вот этот кармический узел неудачи, да? Да. Так, и вот этот процесс, что сейчас война между Москвой и Украиной, это и есть вот это развязывание этого кармического узла? Да. Угу, хорошо. Я вижу, как с этой пирамиды вот эта шапочка такая странная, как тюбетейка с таким вот каким-то хвостиком вверху. Она вот такая красная. И считывается падение власти Кончаки. Mm-hmm. Ну, это какая-то программа, вероятно. Она такая, как грузная такая вот женщина. О, вот этот самый, который был профессор с этой набедренной повязкой, он так выглядел, знаешь, как какой-то вот... У меня приходит слово «гамадрил». Во-во-во-во-во, оно... Да, как какая-то вот такой только что, ну, каменный век, то есть отсталый, считывается, союз, да. То есть союз между развитым государством и отсталым. И на основе вот этой фальсификации был вот этот артефакт, вот. Создан артефакт. Там также появляется... вот эта шапка Петра Первого. Треугольная? Пиратская? Да. И я вижу, как он вот эту свою шапку черную, демоническую, просто накладывает сверху на эту тюбетейку. Тюбетейку. Да. И в этот момент, когда он это сделал, то вот эта Кончака вот так чух, в секторе магии, смотрит, и у нее такая подключка, как пиндер проросла. Считывается, материнские зверства. Интересно, что это за мадам была такая. Ну, мадам. Она считывается буквально как какая-то людоедка. Ну да, так она и была. Это вот эти не майя, а ацтеки. С той стороны она. Так, Виктор, а посмотри, вот этот Кончака на физике во время этого Путина в 2007 году, она как-то проявлена в физическом воплощении? Посмотри, проявлена ли она на физическом плане? Я сейчас вижу, как ее эфирная ДНК находится в нижнем портале, в секторе интерферентов, во рту у этого эгрегора, у этого вездевула. Ага. Вероятнее, что она не смогла воплотиться. Я не знаю пока. Может, ее какая-то часть, но я ее не нахожу. Хорошо, Виктория, понятно. Да. Отсоединись от всех этих ситуаций. Войди в ту ситуацию в 2007 году, то есть перед тем, как Путин подписал этот договор о
своей смерти. Он, да, считывается смерть земли. Угу. Он отдал не только свою жизнь, а жизнь, как считывается, заложил. Угу. Хорошо. Жизнь земли. Угу. Виктория, а вот перед тем, как он заключил этот договор, спроси у Путина, можно ли с ним поговорить? Я вижу, что он вот так руками, как на бутершафт, пьет, как шампанское с кем-то. Так. Считывается согласие с вампиром. Так. А он согласился с вампиром? Да, подружился, да. Угу. Так, а ответ на вопрос, можно ли нам с ним поговорить? Спроси у него. Он в этот момент, он находится в руках у Люцифера. Угу. Он же отдал свою жизнь, вот эту ладью. Угу. И он вот так в этой ладье приподнимается. Угу. Ну, если честно, я с ним не хочу говорить. Хорошо. Потому что идет такой вот как отбивание энергии. Угу. Он что-то говорит, и идет такое эхо. И такая, как пространство, я туда не захожу. Хорошо. Я просто наблюдаю, и оно вот так отбивается. А чтобы мне с ним поговорить, это мне нужно как бы открыть этот портал. Но я не хочу. Да, хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации, поднимись выше. Так, а можем мы зайти к нему перед тем, как он решил делать этот укол прививки от этого гамандрила? Зайди в тот момент, когда он решил идти на прививку это делать. Ну, я вижу, он сидит как в кабинете. Ему как будто бы делают какой-то осмотр, и какая-то здесь то ли рука закатан, то ли что-то. Угу. Хорошо, дальше. Он на стуле сидит. Угу. Собери, Виктория, информацию о том, что мы сейчас увидели, эту информацию, и в этот момент перед этим уколом передай ему эту информацию. А если что ты хочешь сделать? Я хочу, чтобы он знал, что его ждет от этого укола, от этого договора. Я вижу, когда ему сделали этот укол, такая черная энергия вот от этого профессора ему просто в руку, и его как зажгло. И он, этот хохот снова, который раздается, вот у него с правой стороны этот красно-черный силуэт дьявола, и он держит эту ладью его, и раздается такой хохот к этому профессору, над которым вот стоит вот этот шаман. Оно вот так, профессор, чуть-чуть выше, один в одном как будто бы шаман, и тут же Гундяев, то есть такая троица получилась. Ну ладно. Хотелось бы истину ему сообщить о его проделках, чтобы он знал, на что идет. Нет, мы не имеем права, я слышу. Угу. Он сделал свой выбор. Ну, хорошо. То есть ты хочешь взять на себя карму и расторгнуть контракт с дьяволом от имени человека, который... Да, я хотел ему передать информацию и предложить ему расторгнуть карму, если он хочет. Вот так я хотел. Ну... Ну, сейчас я вижу, что вот это пространство, в котором эта ситуация находится, она покрывается черным покрывалом, и вот так этот демон. Нет, это его. А я сейчас обращаюсь к первоисточнику и считаю информацию, имеем ли мы право. Да. Нет, я вот это сколько раз уже. Нет. Хорошо. Нет. Так, тогда Викторию. Давай, считай, как нам лучше поступить в этой ситуации, как нам использовать эту информацию, чтобы очистить нашу землю от этих контрактов, погубить землю. Ну, снова я вижу этот
он хватается за свое бедро правое, и к нему такие, как бедровые кости со стороны магии летят в тот портал. И я вижу прямо в его эту ладью. Вот так все, карма к ним уже возвращается. Он подписал контракт с дьяволом. Он заложил души всех людей, потому что у него претензии были как бы властелина. Он себя представлял властелином всей земли, то есть державы, у которой... Но это не держава, это империя, потому что держава всегда имеет границы и имеет, ну, управляет законами Вселенной. И на государстве, в этой державе живут люди, объединенные едиными ценностями божественными. А империя — это вот эта империя зла. Империй добрых не бывает, только злые. Вот, и он представлял себя императором всей земли, и так как по конам Вселенной, то есть в подчинении у него как бы находилась вся планета, все души, и он как антихрист, вот, идет. То есть как это учение Гундяева, я слышу, это его так надоумили, потому что Иисус Христос как будто по учениям церкви якобы принес себя, свое тело для того, чтобы искупить всех, а на самом деле не искупить, а заточить в темницу рабства ментального, вот, то на этом как раз вот это и завязано. Он как бы предал все, каждую живую душу. Ясно. Хорошо, Виктория, ладно. Отсоединись от этого Путина. Он хотел стать мировым правителем. Ясно. Хорошо. Я имею право, Виктория, приказывать этого Гундяеву, этому Путину, этому шаману, чтобы они забирали все свои воздействия, которые мы видели. Да. Да. Хорошо. Я это приказываю каждому. Приказываю Гундяеву забрать все воздействия на Россию, на Землю, на эфирное пространство, на чистый эфир. Приказываю забрать все их воздействия, все их ложь, насилие, обман, воздействия, ритуалы. Приказываю им это все забрать. Пусть забирают своими руками и, призывая силы кармы, отдаю им карму, насколько я имею право. Я вижу сейчас в секторе магии вот этот голова этого быка. Угу. Она как ожила и с этого рот открыла. Это вот как бог приношения в жертву, вот этот Ваал. И такой высунулся красный язык изо рта. Вот как ацтеки, вот эти божества с открытым ртом и с языком. Или индийские такие боги тоже есть. Вот. И поглощает этого... он считывается кощун. Гундяев? Вот нет. Этот, который жертву приносил. Гамендрил? Нет. Шаман. Шаман, да, да, да. Хорошо. Вот. Вот этот Кирилл, у него такая черная рука, с такой рука превращается вот здесь, как будто булава такая черная, с такими пиками. И вот эта голова его вот так, эта булава пьет его по голове и забивает его вниз в портал. Хорошо. Так. Так. А этот профессор, я ему тоже приказываю убрать все его воздействия. Какая-то конференция шла, а с каким-то открытием это связано. Воздействие я вижу вот так на мозг. Угу.
приказываю этому профессору забирать его. Это связано с КГБ. Ага, воздействие, которое противоречит конам живой вселенной. Приказываю ему забрать все его воздействия, всю его ложь, и забирает, призывая на него силы кармы. Я вижу, что от Путина к этому профессору профессор. Вот такие лезвия чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, прямо в голову. Я их уже видела, эти лезвия. И я вижу вот эти те же самые лезвия, вот, возвращаются к этому профессору. Угу. Вот. Ну, я понятно. Ему приказываю убирать его же руками воздействие с нашего чистого эфирного пространства. Он вторгся в пространство живой угу. души нашей планеты. И да. я вижу, как Гундяев снимает. Почему-то Гундяев. У него как под этой какой-то... у него на голове как будто колокол золотой. Ну да. И он сквозь этот колокол достает шапку Мономаха из его головы и одевает на этого профессора. И это все вот так утаскивается в портал, как в унитаз забурлило. Я закрываю все... Закрывай, Виктория. И в этот момент я вижу, как какие-то энергии, красные руки, вот так содрали вот тот контракт, который Путин подписал на его смерть. Сейчас я посмотрю, какие руки. Эти руки тянутся, это руки дьявола. И он как пожирает этот контракт. Ну, как... шпионы записочки съедают, чтобы... я вот смотрю, что там написано. Мы же так и не посмотрели, что там написано. Так, а можем посмотреть, Виктория? Ну, я возвращаюсь в тот момент, когда вот этот только Путин пишет. Ага, хорошо. Так, он заклал душу планеты, жизнь миллиардов, жизнь Земли, и согласился на его собственную смерть. Он в эту ладью сам ложится, и как черным покрывалом весь покрывается. Ради служения тьме, ради служения дьяволу. И я вижу, вот это сначала это было как венчание, как будто бы, вот это на бутершафт с вампиром этим, да. Да, а потом я вижу, образовалось такое красное кольцо. Вот. Оно тянется с сектора магии. И связано с его смертью. Неприкаянная душа. Сейчас я посмотрю. Он там, его там буквально в эфирном плане как разрывают на части, пытают. И я вижу, как из сектора магии кто-то взбирается на какую-то вершину. Как будто бы лестницу приставил к какой-то башне. И устанавливает на шпиле, на игле. Так, это башни. Слышу концепт. Концепт. Концепт власти. Угу. Это со стороны магии. А со стороны магии, а кто же? Там какой-то союз. И снова я слышу это слово «союз». Союз учредителей. Угу. Союз учредителей. И в этот момент, когда он поставил вот это на эту башню, угу. то
этот концепт, то я вижу, что вот оно вот так разделилось, как одна, вот так, где Европа, вот это все, вся эта полушария, это покрылось черным покрывалом, оно считывается очернить, а вот это, где Россия, оно вот так, так интересно, вот это вот так прямо огибает планету, черное покрывало, а вот это как стол, оно как туман, сейчас я нырнула туда, это белое, как туман. И я смотрю, вот беру, а там такие волокна, такие, они как-то опадают, считывается сознание, безумие. Сознание. То есть это, да, это в эфирном плане так выглядит. И сейчас я вижу, как на этой телебашне такой экран. И да. Там сначала вот эти, так говорят, как лягушки. А вот откуда этот образ в Библии, который описывает вот Армагеддон, и описываются вот эти духи лжи, клеветы, как жабы квакают. Вот оно почему. Вот это все, как болото, вот это все, ква-ква-ква, вот это все вот такое. Один из казней египетских. Ну, не знаю, мне это не идет, мне идет то, что идет. И потом вот такие со стороны вот этой черного покрывала, как бы со стороны, а, вот эта идеология, что НАТО угрожает, вот такой как удар. То есть агрессия, то есть воспитание агрессии. То есть, да, сейчас я еще посмотрю, что это за союз учредителей. Да. О, Советского Союза. Союз учредителей Советского Союза. И вижу, стоит такой вот в секторе магии. Считывается вот так плаха. И с мечом вот так стоит, как какой-то рыцарь в черном капюшоне с такой... А капюшон вот так, как вот эта шапка этой кончаки, вот так вот вытянута вверх. То есть... Считывается совмещение власти. Какой-то орден. Так, и кто это? Кто? Вижу, что у этого рыцаря он вот так раскрывает плащ, и у него такой гипертрофированный этот светящийся член, который вот так тянется в сектор интерферентов. И какой-то масонский клуб. Угу. Так, приказывает этому рыцарю проявиться в соответствии с физическим ДНК во время этого союза учредителей. Ну, я вижу, что там вот такой овальный стол. Да. Да, ну такой вот стол. Ну, как круглый. Снова вот это, как тот Путин зашел, а он посвящение сделал. Оно вот имеет значение, как гильдия какая-то. Так, а кто? Я прослушал. Кто сделал посвящение, ты сказала? Ну, вот Путин, когда вот подписывал этот контракт, это... перед установлением его на президентский пост, вероятнее всего, он это и сделал, потому что у него было как бы в мечтах заполучить эту шапку Мономаха, а на самом деле это была подстава со стороны дьявола, потому что это не шапка мирового правителя, а это шапка вот этой, тюбетейка этой кончаки. Так, а вот этот, ты говоришь, овальный,
Кабинет, а стол, овальный стол. Это что, вот этот Тегеран? Нет, ну не выдумывай. И там сидят какие-то люди. Так. Это люди. Все черные, все в черных капюшонах. И от этих капюшонов, вот у них такие, как колдовские, тянутся вот эти вытянутые вверх, как провода в сектор интерферентов. Так. Кто это на физике? Рассчитываются демонизированные сущности. Угу. То есть... Сейчас я кого-то найду, хотя бы одного. Очень черные энергии. Так. Найди одного. Прикажи ему проявиться. Приказываю проявиться. Одному кого-то выберешь. Ну, проявляется с этой люлькой. Почему люлька? Где? Так смотри, люлька – это по-украински вот эта трубка курильная. А, Сталин. Да, Сталин проявляется. А почему люлька? А оно имеет отношение вот к этой ладье. Это как убаюкать, улюлюкать. А, я сейчас считала. То есть как трубка курильная усыпляет бдительность сознания, то есть разрывается вот эта связь между реальностями и приводит человека к падению, считывается, нравов, то есть выходят наружу вот эти подсознательные программы. Вот... Вот поэтому в этом древнейшем языке идет вот эта аналогия. Ну, вначале было слово, то есть все заряжено, каждое слово исконное, да, оно имеет истинный смысл. Не будем углубляться сейчас в эту люльку, значение этого слова. Давай посмотрим. Ну, это очень интересно. Это как раз показывает, зачем люди курят. Да. Дальше идем. Хорошо. Так, давай посмотрим. Так, вижу этот шпиль. Угу. И насаживает вот эту снова. Насаживает эту штуку, и там на этом шпиле полумесяц образовался. Так. Считывается арабский способ мыслей. А, арабское мышление. Угу. Арабский. А почему арабский? Ну, сейчас я вижу этот рыцарь, он держит вот этот меч, и этот меч весь расписан арабским письмом. И имеется в виду арабский скакун, я вижу черную лошадь, дикость, как дикость, первобытность подсознательного. То есть вот эти программы черные, когда, то есть преобладание вот этих варварских законов над человечностью. Понятно. Так, и вот это мышление. Ну, буквально я вижу, как этот лошадь по полю черная, вот эта демоническая бежит, а за ней человека раздирают, то есть пытки делают. То есть не человечность, а символ демонического мировоззрения и демонической власти. Угу. Так, и вот это, собственно, и транслируется от этого концепта, да, на шпиле? Да, да, да. Так, а зацепка — это вот этот союз. Союз, да, Советский Союз. Да? Вот этот союз. А, советский, да.
И я вижу, там посередине лежит мавзолей, и там лежит Сталин. Возле Ленина. И Сталин такой, как программа, а Ленин черный, как демоническая программа. И вижу, как эта программа черная. Вот Ленин посмотрел, что возле него лежит Сталин. И ну вот энергии. И, ну ты понял, что они делают? Короче. И у них рождается звезда. Родилась звезда, и я вижу, как такая звезда, вот эта кремлевская, вот так от их союза родилась, и вот так на Кремле как будто ее водрузили. Ну, это рубиновая звезда. Символ кровожадности власти. Она красная и черная, что символизирует кровожадность и магию. Виктория, читай информацию. Я могу приказывать им забрать этот символ нашей фирмы? Да, можешь. Я вижу, что ты сидишь в божественном источнике и смотришь на эту всю ерунду. Приказываем Сталину и Ленину забрать ихними руками их воздействие, в том числе эту звезду. Приказываем это сделать. И кармы отдаем. В этот момент этот символ этого воина в этой тюбетейке, этот арабский меч расписан, он как будто бы расписан так, он сворачивается в такую трубочку и уходит в тот портал, который открыт в этой звезде. Mm-hmm. Они еще и нашаманили там с этой mm-hmm. звездой. Хорошо. Приказываем забрать все эти воздействия, все их ритуалы, призывая силу кармы. Вижу, как они сами, вот эти, как Ленин и Сталин, и вот эта вся шайка, они сами своими руками, такими кувалдами, разбивают этот портал черный, эту звезду, и начинают это все кушать, едят, себе в рот запихивают, в карманы, везде. То есть карму никто не отменял, то есть они сами ее, вот видишь, как, сами ее туда водрузили, и сами теперь все это должны забрать и разрушить. Наполняем светом и гармонией всю нашу планету. Я вижу, что у тебя такой, как труба такая длинная во рту. И ты кричишь вот так. Идет такая информация. Спасайся, Россия! Сквозь вот это облако этого мрака. Так, передавай информацию на всей планете. Виктория, да, передаю эту информацию. Пусть спасается. Угу. Давай, Виктория, посмотрим вот этот концепт на шпиле. Эта звезда, это разные энергии? Да, это разные. Так, чья звезда находится вот так, как под этим покрывалом, под этим туманом. А вот этот концепт, он как, знаешь, бывает такое, как высокие здания, и верхние этажи выглядывают над тучами. Понял. Над туманом. Угу. То есть над так, этим покрывалом безумия. Хозяином этого концепта я приказываю проявиться. Считывается, как этот Вельзевул, это дьявол, в спине которого этот кол, то есть его же карма. И там внутри вот эта ладья с
эфирным телом мертвого Путина. Так, хорошо, Виктория. Если я имею право по закону Вселенной, я приказываю Вельзевулу, Люциферу забирать этот концепт их. Да, ты здесь? Я вижу, что в божественном секторе появилось очень много существ, как ангелы. И они все вот так отсюда, как будто что-то держат, такие черные штуки, и выбрасывают. Угу. Да, насколько я имею право, законы нашей Вселенной, светлые, я приказываю этому Люциферу забрать все эти ихние воздействия на светлый эфир, на сознание человечества, на нашу Землю. Я приказываю им забрать все воздействия и призываю силы кармы. Призываю всем, кто человеческое сознание, кто хочет, приказывать им забрать все воздействия на них. Да. Я вижу, как это, она считывается как плева, а сознание, вот это безумие, вот так сворачивается в такой... Так, что? А? Плева. Это плева, это как пленка, где находится, под которой находится ребенок, которого защищает. А вот оно что. То есть я вижу, что в сознании там идет как рождение, там какой-то ребенок. Угу. Да. Считывается Люцифер. Вот под этой плевой безумие находится как эмбрион, такой он в эфирном пространстве, буквально как будто вот над всей Россией такой огромный ребенок. Внутри, как будто бы вот-вот должен родиться. Угу. Ну, это считывается как семя дьявола, Люцифер. Угу. То есть эта вся бойня, это все идет для того, чтобы набрать в эфирном пространстве некое количество материального ощущения. Вот эти собирают энергии ненависти, боли, агрессии для того, чтобы воплотить, прорвать вот эту запрет на воплощение дьявола. Mm-hmm. Очень интересно, такого никогда я не видела и не знала. Mm-hmm. То есть идет материализация этих энергий ненависти, фашизма, которые вот испытывают россияне по отношению к невинным украинцам. Mm-hmm. И я слышу безбрежие, то есть вот эти энергии программы жертвы, в которых окунают россиян. И вот эта ненависть со стороны украинцев, которые ненавидят фашизм, российский расизм. И вот эти все энергии собираются для того, чтобы родить Люцифера во плоти. Угу. Пришествие Антихриста. Угу. Так, хорошо, Виктория. Насколько я имею право законом, я приказываю этому Люциферу забрать его семя, его эмбрион с нашего эфирного пространства. Я вижу, как от божественного источника ты вот там сидишь, а возле тебя очень много как богини или боги в таких одеждах. И они просто так смотрят, или как ангелы. И от них идет такие вот, просто не спадают так медленно, медленно, не спадают такие энергии. Энергии благодати, спокойствия, гармонии. А умиротворение? Хорошо, разливаю эту благодать на все человечество. Как мы запрещаем, мы как светлые души запрещаем рождение черных сущностей в нашем угу. живом священном пространстве. Вот я считала, что они подготовили, это как вот этот, как шахтеры пробивают
себе путь вот этими инструментами, да, вот где они пробили, там они и зашли. Вот точно так же они готовят вот это низковибрационное пространство для того, чтобы войти в это пространство. Так, запрещаем этим черным сущностям всех материализацию в нашем пространстве. Вижу вот этот момент, как будто рождается вот эта черная энергия, как рождение ребенка идет внутри, знаешь, в это колечко. Вот оно, кольцо проявилось, красное кольцо, которое я видела. То есть это как шейка матки. И вот этот черный эмбрион, он бьется головой, чтобы родить. Но со стороны первоисточника идет такой нежный, идет такой энергии, которая выталкивает, обратно заталкивает эти энергии. И получается вот так, они окутывают этот эмбрион, и только он вот получился, сейчас я вижу, черные энергии дьявольские оттолкнулись, только ниточка такая черная, а этот эмбрион получил форму, как будто человечек вырезали из бумаги, черный совершенно. Так, и к нему со всех сторон, он внутри, и такой кружок вокруг, а вокруг такие светящиеся шары. Ты здесь? Так. Да, да. Сейчас я посмотрю. Что... И они привязаны к этому символу. Ага. Так, и что происходит? Что это за воздействие? А, я вижу, что это души, проданные души этих предателей рода человеческого, которые предали свою жизнь, подписали контракты с антимиром. Их много. Сначала я увидела это как в плоскости, но смотрю, что это такой как шар. И этих душ очень много. И они вот так на разных дальше, ближе, вот так вот. Угу. Так, что я хочу сделать с этими предателями? Я вижу, что со стороны магии. Кто-то так. Стоит там на ступеньке, ну, как бы на такой лесенке, и просто прокалывает эти шары, и с них выливается эта черная энергия. Это как карма идет. Сейчас я посмотрю, что это. И такие маленькие ангелы, маленького размера такие, или я... Они вот так вот вылетают, друг друга держат за руки. И вот так вылетают, такой как спиралькой, друг за другом. А черные энергии с этого уходят вниз. Считывается отречение от зла. А, все правильно. Ты передала информацию. А в эфирном пространстве все находится здесь и сейчас. И множество душ, которые, поддерживая вот эти человекоубийства, а дьявол назван человекоубийцей от его начала, и те люди, которые поддерживают человекоубийство, они как бы продали свою душу дьяволу и таким образом поддерживали своими энергиями присутствие дьявола в наших пространствах. Они осознали, многие из них осознали и выходят, то есть освобождаются, освобождают сознание, я слышу. И вижу, как это покрывало, оно вот так начинает скукоживаться и разделяется. И вот эти черные, как червяки, выпадают с этого пространства, а, вот оно что, видишь, безумие. Что делает человека безумием, безумным? Это присутствие в нем вот этих демонических, дьявольских энергий. И они выпадают, и пространство
раз становится совершенным, обретает форму шара и очищается все пространство, и мы считывается, что провозглашаем коны жизни, коны Вселенной. И я вижу, как вот эти все ангелы, которые стояли возле тебя, выстроились в такую, как шеренгу, и простилают такой путь от первоисточника. И там как будто кто-то нисходит. То есть идет вот так вниз, чтобы помочь. Ага. Обрести совершенство. Помочь гармонию. Угу. Ты хотела вот узнать, кто стоит силы на стороне света. Кто? Можем мы рассчитывать на помощь? А, я вижу много людей на Земле, в человеческих телах. Души, да? А, люди, я слышу, а в них души творцов. То есть физические тела, они такие, энергии разные имеют, черные, синие, темные. Особенно с правой стороны. А внутри души богов, творцов, я слышу, которые не зашли в эти пространства, чтобы помочь. А, я слышу, это мы сами. То есть мы сами делаем выбор. Я каждому человеку с частичкой Творца передадим информацию о наших сеансах, о алгоритмах освобождения. То есть, если они хотят, пусть освобождаются от антимира. Я вижу, как проявилась голова этого быка, то есть бога войны и смерти, а фактически это бог власти современной. Угу. Вот этого быка с этим языком. И оно вот так заворачивается, это пространство, и со стороны первоисточника появляется такой, как сапог черный, то есть карма, который топчет, считывается остаток человеческой лени. Вот оно как. Хорошо, Виктория. Посмотри, вот это кто снисходит для помощи. Что это за энергия, душа? Я вижу, как на грани этих пространств в космосе, на грани двух пространств идет вот такая сильная вибрация. И здесь вот это пространство тьмы, в котором мы находимся. А планета Земля вот так поднимается, чтобы родиться в светлом пространстве света. Mm-hmm. Ну, по-украински «всесвіт» означает «все есть свет». То есть каждая частица сознания, каждая частица души, все запрограммировано на свет, на благополучие, радость, счастье, жизнь. Имеет в себе искру жизни, творческий потенциал, развитие. Идет аналогия Земли, как шарик воздуха, который видишь, смотри, а Вселенная поднимает. А Вселенная — это все есть лень, то есть антидействие. Ага. Движение, то есть жизнь движение, это жизнь. Движение, то есть это свет, это волна, то есть все есть движение, это способность сознания, да, способность да? сознания и желание сознания во всем разобраться, все расставить на свои места, так работает светлое пространство,
А лень — это антиволны, то есть это замирание, смерть. То есть как на уровне подсознательных ключевых вот этих моментов закладывается нежелание к движению к свету. Это название Вселенной, тоже как зомбирование. Да, да. Угу. Представляешь? А посмотри, вот это соприкосновение, как оно осуществляется на физическом плане, когда мы выходим в сессию? Я слышу, ждут. Со стороны божественных миров и света, там сейчас идет процесс ожидания. Там ждут решения творцов. Здесь, в этом темном пространстве, в котором мы находимся. И это наше решение, решение творцов, оно считывается как рождение. То есть идет противоборство. Вот дьявол хочет родиться, родить вот это новое пространство, где он будет поглощать дальше Вселенную. А решение творцов — не принимать этот концепт и распространять свет, и таким образом родить свет. И я вижу, как рождается новый вот этот мир, новое пространство жизни, и оно соединяется вибрационно, оно становится одинаковым и с пространством света. Свет к свету, тьма к тьме. Жизнь к жизни, смерть к смерти. Тот, кто желает жизнь своему ближнему, сам получит жизнь. Вот. Отделяется зерна от плевел. Прекрасно. Ну, это так красиво. Смотри, это все закономерно так. Да. Это... Считывается, что нас ждут святые боги, творцы, ждут нашего рождения. А мы вот-вот на подходе. Только плева нас отделяет. И вот это все пространство, вот это светящееся пространство, а здесь вот-вот родится новый мир. Да, вернемся. Так красиво. Рождение идет вот в ту сторону, в сторону будущего Первотворца, в божественную высоту. Угу. Божественным, вот, потому что все пространство, оно вибрирует, это как цвет. Цвета на самом деле нет. Черный цвет обозначает, соответствует самым низким нотам, самым низким вибрационным волнам. А белый соответствует самым высоким. То есть красный, зеленый, синий, они все имеют свою вибрационную ноту, да. А вместе они составляют гармонию, белый свет. И что интересно, вот я как художник говорю, что художники знают, что черного цвета в природе не существует. Черный свет — это, по сути, субстанция, которая ничего не отдает. Это поглощающее, да, это все, оно поглощает. Ничего взамен нету. Да, хорошо, Виктор, посмотри, опиши что-нибудь из того, что ты видишь, что тебя заинтересует. Ну, я уже увидела, я уже отсоединяюсь, уже так устала. Молодец, хорошо. Так, ну хорошо, продолжим тогда попозже. Следующий вопрос. Хорошо, Виктор. Отсоединяйся от всех и всего. Угу. Проверь свое личное пространство. Очисти, закрой порталы. Угу. Дополняемся гармонией, жизнью, любви, процветанием. Да.
Я посчитаю 1 до 3, и ты видишь физическую реальность, я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.